Расскажите, пожалуйста, вот сегодня день открытых дверей. Приходят люди, мы видим, что много народу, и по каким основным вопросам приходят люди, чтобы проконсультироваться? У нас люди приходят каждый день, много. Вот. А сейчас у нас идет как раз день открытых дверей, сегодня и завтра. Идет у нас декларационная кампания, это все связано с вопросами по доходам. Люди приходят, сдают декларации на вычеты имущественные, социальные, вот, и те, которые продали какую-то недвижимость. Вот они обязаны до 30 апреля обязательно отчитаться. А скажите, вообще, как у нас вообще в районе люди с удовольствием платят налоги или ну, то есть с желанием, или все-таки приходится заставлять какие-то принимать меры? Ну, смотря кто как. Вот. Если люди переживают, особенно хочется отметить людей такого уже преклонного возраста, которые пенсионеры, которые стараются ничего не откладывать, они в первую очередь бегут и обязательно заплатят, особенно если когда из налоговой инспекции приходит какое-нибудь уведомление, очень переживают, мы их здесь успокаиваем, что все нормально, сейчас разберемся, все будет хорошо. Вот. Ну, есть такие, которые несознательные налогоплательщики, которых приходится вылавливать, отправлять судебным приставам, вот, выставлять требования, как-то снять задолженность. Но хотелось бы, чтобы все заплатили налоги, вот, спали спокойно. Вот, потому что все равно, как говорится, задолженность все равно с них снимут. Поэтому я, в общем-то, призываю всех, что не оттягивать, не копить. Вот, я сам дома разбирался, как бы это самое, ну, что-то непонятно было. Ну, жена 13% вот так квартиры, мы второй год уже купили квартиру. Помогли нормально. Довольны их работой? Да, довольны. Хорошо. 120%, скажем так, нет, на самом деле хорошо.